так же, как он был предписан прежним народом, быть может, я наблюдать, дни поста длятся всего лишь, или период поста длится всего лишь считанные дни. И мы это вот замечаем, буквально совсем недавно мы ждали прихода этого благословенного месяца. И теперь он уже достиг своей зрелости, своей полноты, и скоро пойдет на убывание. Мактамаля шейун илля нахаса. Какая бы вещь не достигла своего совершенства, своей кульминации, она идет потом на убывание. Таков закон Аллаха Джалля Джалалу, суннату Аллаха. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. Такова закон, традиция, установленная Всевышним, и ты никогда не сможешь эту традицию заменить. Все в этом мире уходит, все в этом мире бренно, остается лишь один Творец Джалла Джалалу. Вспомним несколько аятов.